Всем привет, с вами Вадим, и сегодня мы будем играть с Вани Дитюбис. И играть я буду не один, я буду играть с Ваней, он под ником Лол. А и в чем суть этой игры такова? Мы должны собирать какие-то тарелки с непонятной фигней. Судя по всему, это каша телепузиков. Надеюсь, что это правильное предположение. Так, он уже куда-то убежал. Так. Так, я его уже потерял. Он уже нашел одну тарелочку. Точнее, уже две. И еще нашел. Вообще красава. Я тут, блин, просто бегаю, а он уже, блин, столько нашел. Вау. What the fuck? Сука, что такое? Почему нет анимации приседания? Почему именно такая? Ну ладно, погнали дальше. Чё-то пока еще ничего не происходит. Я сейчас иду за Ваней, потому что самому сейчас что-то ориентироваться неохота. Так, скала. Он что-то пишет, судя по всему. Ой, блин. Вот сейчас было неожиданно. Фонарик мало освещает. О, что такое? Блядь, беги нахер. Да ну нафиг. Не, ну это действительно, конечно, печально, что он мало освещает. Так. Ну, сейчас я к нему вернусь. Осмотрю здесь пока. Отлично. Ну, ё-моё, берись ты. Так, хотя он уже тут как тут. И сейчас-то фиолетового падла с любой стороны так неожиданно пойдет. Будет вообще как-то угарно. Если честно. О, тарелочка. Так, и дом. Отлично.
Пылесос. Что ты делаешь? Ой, блин. Так, где он там? А, ты здесь. Так, я сейчас попробую включить Wolf Detail мод. Вау. Почему-то на Wolf Detail чуть-чуть поприличнее выглядит все. Да ё-моё. Что за паркур? Так. Залазим. Ой, а чё я так подлетел? О, к нам этот какой-то испанец присоединился. Так, я побежал к Ваньку. Не, действительно, стало намного приличнее все выглядеть. Травка даже появилась. Хула-хула, блин. Так, я его почти догнал. Так, секундочку. А здесь что-нибудь должно быть? Ну ладно. Поставлю пока на HD. Это имя Роуз. Так. Еще какой-то присоединился. В общем, мы составили компанию, короче. Hola, mi one com tester. Да, действительно, это испанец. Так. Ой, блин. Вот сейчас внезапно было. Все оно. 7 тарелок этих осталось. Ой, а их там уже немало. Так. Ванек вообще в какую-то другую сторону побежал. Испанцы уже начали в чате спамить. Хола, 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 блин. А, отлично. Пещерка. Ладно, я сейчас побегу к этим игрокам. Адьос.
А, ясно. Минус один. Так, вот эти чуваки. Что-то вообще они разбежались. Ну, теперь я побежал к Ваньку. Посмотрю, что у него там происходит. Возможно, сейчас за ним гонится это фиолетовое творение, не знаю. Да ё-моё. Вообще побежал куда-то. Ну ладно, я побегу пока в другую сторону, может быть, найду что-нибудь. Ой, ё-моё, ё-моё, ё-моё! Второй! Как же вы неприятно орёте! Да ну вас нафиг, вообще даже. Хоть будьте от меня на 10 метров, я все равно от вас убегать буду. То, что вы орете отвратительно. Ну вас нахер, короче. Я на гору залезу. Нифига себе, это работает. Так. Давай. Скалолаз, блин. И нахер полетел. О, русский. Артём какой-то. О, это ж дом, да ладно. Так. Так. Ух, ядрить, колотить. А, простите меня, беги, беги, беги. Вали, 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 вали. Вали, 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 вали. Ран, 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 блядь. Ну или джамп, я не знаю нафиг. Но главное, ран. Я сейчас просто... Блин. Я сейчас просто давлю на кнопку прыжка, блин.
Летим куда-то, короче, мы. Да ну, ты чё, прикалываешься? Чё, серьезно? Я за пределами карты. Ну, надеюсь, что меня эти твари здесь не достанут. Лезь давай нафиг, лезь. Так, вот. Отлично. Ну, лезь, падла. Скалолаз фигов. Все, выбираемся, короче, нафиг из этого ада. Адских гор. Подожди-ка. Я падаю. Блин, я еще не выбрался. А теперь выбрался. Ё-моё! Здорово, ребята. Здравствуй. Ты кто такая вообще? Ты кто по жизни? Да. Блин, я думал, ник у него Player 666. Тихо, аккуратно. Эй. Твою мать. Я уже даже Ванька потерял. А. Он с каким-то Артемом тусуется. Судя по всему. Сейчас побегу к ним, короче. Ля, вот сейчас я реально испугался. Фух. Ладно, давайте переиграем. Так, вот мой сервер. Так, я, короче, так скажем, перезашел на сервер. Так, вот он. Так. Твою мать! Армия русских тварей! Во-в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 о
Ой, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Буду, короче, здесь сидеть всю эту вечность.
Лишь бы от этих тварей спастись. Я что, застрял, что ли? А, нет. Твою мать, вы что так пугаете-то, идиоты? Где вы? Давайте фиолетовую падлы. Здорово. Вот они. Ой, зря. Зря, игрок. Так, я снова бегу к Ваньку. Че такое он исчез? Да ладно, вы че, убили что ли? А, нет. Или, скорее всего, он возродился. Так, здорово. Блин, мы уже практически всю карту обрыскали, а... Остальные-то руки найти не можем, короче. Вот прям всю карту обошли уже. Ай, я сейчас по тропинке побегу. А, мы здесь уже были. Бляха-муха. Как же это внезапно. Водичка! Буль-буль-буль, короче. Так, он опять куда-то свалил, короче. Подожди-ка, я сюда пройти не могу. Что-то уже как-то скучновато здесь бегать. Что-то я вообще ни хрена не прыгаю. А, вот все. Блин. Ну я уже привык к этому скримеру, он уже. Да, Ванек, спасся ты, конечно. Ой, ё-моё, еще одна кто-то падла.
его убили, короче, нафиг. Какой же это был отвратительный звук. Тем более двойной этот. Все нахер, я не буду больше тебе близко подходить. Ты падла какая-то. Так, ну где ты падла? Все, 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 беги, беги! Так. Кажется, я один на сервере. Все повздыхали, короче. Потому что ников я уже ничьих не вижу. Да блин. Нафиг. Побегу-ка я к вам лучше. Так, здорово, плеер. Так, будем, короче, велипутами нафиг. Так, здорово, здорово. Хе-хе. Нафиг. И этот начал брать с нас пример. Приключения велипутов нафиг. О, кто-то нашел тарелку, ни хрена себе. Сейчас побежим, короче, к этому китаёзу какому-то. Подожди. Ой-ой-ой-ой! Бегите, глупцы! Хотя мне бежать-то и не надо. Не мне же сейчас хана. Ой, мне хана, мне хана. Вообще, как на этих натравлю. Так, на дерево, на дерево, на дерево. Так. Идрит, твою мать, да вставай ты. Залазь, залазь. Бляха-муха. Твою мать, его убили. Хелп мне нафиг. Так. Бляха-муха. Да... Вообще, я чё-то поторопился. Если честно. Он исчез куда-то. Я, короче, здесь... Фу. Ой, это реально неожиданно было.
Сука. Я пересрался, блин. Это как, блин? Я, короче, стоял на краю скалы. Эта хрень поубивала сзади меня этих плееров и Джека какого-то. Потом я поворачиваюсь. Он просто стоит ко мне спиной, исчезает. Я потом опять отворачиваюсь и опять поворачиваюсь, и он меня убивает. Охереть. Это, конечно, неожиданно было. Я чуть кирпичей не навалил. Ладно, давайте последний раз. Так, вот Ванёк. Да, я тут. Так, давайте мы напишем. Уже все. Да пока нет. Тихо, уже все. А. Ну, блин, тут уже нечего собирать, короче. Даже в кооперативе играем, не можем 5 тарелок собрать последние. Блин. Сейчас к этим чувакам побегу. Твою мать, мне уже мерещится. Ну, эта фиолетовая падла, конечно, дала жару. Ой, ё-ё-ё-ё-ё. Ну, Ванька опять грохнули. Я не буду слушать твои прекрасные крики. Все, вали, вали, вали. Ой, блин, тут уже невозможно собрать эти тарелки. О, да ладно, кто-то нашел. Не, ну представляете, кто-то нашел. Еще одну тарелку. А. На дерево он решил залезть. Ну и я за ним. Я, в принципе. Понимать. Ой, блин. Зафейлились, короче. Ох, ладно. Давайте на этом закончим. Ссылка на игру будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!